Ей 17 лет, она мечтает о принце и к тому же зовут ее Эльза. Это портрет главной героини нового проекта Егора Кончаловского с рабочим названием «Роза для Эльзы». В криминальный триллер режиссер пригласил малоизвестных актеров. И все же в нем мы увидим, конечно, Михаила Ефремова и Елену Коренева. За подробностями на съемочную площадку отправилась Ольга Герасименко. Эта милая семейная сцена далеко не главная в новом фильме Егора Кончаловского «Роза для Эльзы». На самом деле это кино про большую любовь. А ссора матери, которую играет Елена Коренева, и дочери в исполнении Карины Андоленко, всего лишь прелюдия к встрече главных героев. Мы первый раз друг с другом разговариваем и первый раз смотрим друг другу в глаза. Вот сейчас мы как раз будем это снимать. Мне кажется, любой человек так и влюбляется. Вначале рисует себе что-то, а потом либо соглашается это принимать, либо нет, либо продолжает себе что-то придумывать. Если Елена Коренева в киноиндустрии уже заработала себе имя, то Карина Андоленко снимается в главной роли впервые. Работать с Кончаловским получается, нравится, но неуверенность в собственных силах все-таки не отпускает. Очень страшно. Страшно от того, что хочется ее передать как можно глубже, да, и это очень большая ответственность. Егор Кончаловский намеренно не позвал в новую картину много известных актеров. Проблема, говорит режиссер, проста – ограниченный бюджет. Раскрученные или, как говорят, медийные актеры, я не люблю это слово ужасно, они очень дорогие. Абсолютно честно говорю, просто мы не можем их себе позволить, да и, в общем-то, задачи такой нет особо. Потом медийные лица, известные артисты, просто многие из них просто надоели. В хитросплетениях сценария, честно говоря, разобраться очень сложно. Там есть и любовная история, несколько убийств и даже празднование юбилея свадьбы. И только в самом конце эта головоломка должна превратиться в...